Жара, солнце, глазки вы защищаете. Кто-то для кожи даже использует SPF-средства. А вот волосы мало кто догадывается защитить от агрессивного воздействия солнца. Но именно летом волосы очень сильно страдают от жары, ветра и ультрафиолетового излучения. Ультрафиолет может испортить любые волосы, в первую очередь опасна потеря цвета. Либо белок, либо искусственный пигмент начинают распадаться. Вот так волосы выгорают. Блондинки становятся желтыми, а брюнетки – красными. Не все согласны с такими переменами. Но на этом вред не заканчивается. Инфракрасные лучи нагревают волосы, он высыхает и становится ломким. Летом волосы выгорают преимущественно на кончиках, но и корни тоже страдают. Даже если вы перемещаетесь в транспорте, не забывайте о головном уборе, который защитит вашу шевелюру. Солнце может спровоцировать алопецию, а также аллергию на коже головы. Поэтому здесь важно соблюдать простые правила ухода за волосами и присмотреться к средствам с SPF-защитой. Есть специальные средства от ультрафиолета, которые, по сути, похожи на термозащиту, которая обволакивает каждый волос и равномерно распределяет тепло во время использования утюжка или фена. Вот правильный алгоритм ухода за волосами. Используем шампунь по типу кожи на голове. Дальше дело за маской. Ее лучше наносить каждое третье мытье или чаще. Маска – это первый этап защиты волоса от повреждений. Она обволакивает каждый волосок, напитывает его. И лишь потом вы можете использовать кондиционер, который придает блеск и сияние волосам. После маски используйте кондиционер или бальзам. Его задача – визуально сделать волосы более привлекательными и закрыть чешуйки волоса, чтобы он стал устойчив к повреждениям. Летом наша задача – максимально увлажнить волосы, сделать их очень сильными, чтобы они могли сопротивляться воздействию ультрафиолета. Вот для этого мы обязательно используем несмывающийся спрей или крем-кондиционеры. Простой поэтапный уход позволит сохранить волосы сильными и неповрежденными палящим солнцем. Осенью не придется укорачивать каре или тратить много средств на восстановление красивой шевелюры.